Ladies and gentlemen, с возвращением на канал, а меня зовут Анастейша. На некоторое время исчезла с радаров, так как нужно было время подлечиться. Погода ужасная, третий день снег, вообще нет слов, одни выражения. Но это время я потратила с пользой, сделала педикюр, покрасила волосы, поэкспериментировала с укладкой и макияжем. Кстати, фишкой данного макияжа являются именно губы. К классическому красному добавляется оттенок рыжеты, который делает вид достаточно вызывающим и при этом игривым и кокетливым. Я готовила вкусную еду, делала салат «Юйшенс», что в переводе с мандаринского означает «возрождение». Мне понравилось, чувствуется легкость и вкус такой достаточно цветущий и яркий, такой кокетливый, как первое касание, я бы сказала. Не для каждого, но интересно, очень пряный и расцветающий во рту, то есть как с белым вином вообще прекрасно. Но я брала джин. Джин вообще это для диеты святое. Но чтобы не полнеть, а наоборот худеть, и он помогал, разбавляйте не тоником, а минералкой и лаймом. Сладковатый вкус останется от джина, а дополнительных калорий не получите. Ну а как человек, который постоянно сидит на диетах, это такой секретик, чтобы не срываться. Да-да-да, иногда можно креветки запить винишком. Нет, я не пропагандирую алкоголь, но в общем и целом в какой-то момент становится достаточно уныло. Так, педикюр про педикюр сказала, нет, уже что-то растерялось. Песни не поем, потому что нет голоса, но играем. А почему бы и нет? Вот, ждем люстру. Люстра должна приехать уже 11-го. Отписались. Даже не знаю, что еще рассказать. Столько всего произошло. Вот, посмотрите на меня. Вот такая вот интересная укладка. Я прям довольна. Вот так.